смотрите в свежем выпуске телепрограммы «Про ремонт». Какую квартиру точно оценит Николай Валуев? И обратите внимание на высоту потолка. Она составляет 2,7 метра. С какими сложностями сталкиваются в магазинах мужчины? Выбрать из этого то, что нужно. И когда Наталья Титова начала говорить статусами из контакта? Посмотреть в окно, завернувшись в уютный плед и согреваясь какао зефиринками. Ищите свежий выпуск телепрограммы «Про ремонт» на Первом городском канале и в нашей группе ВКонтакте.